Зачем? Вы занимаетесь хоть. О, а вы знаете, нам в отдел благоустройства и в отдел по капремонту. Сейчас вы сотрудник вам позвонит. Зачем? Зачем? Сюда? Мы должны пройти. Не нужно. Точно? Да, точнее некуда. Подождите, у нас здесь правила. А где вас тут внутри объектовый? Что от нас требуется, чтобы пройти? Нет, сюда не надо проходить. Подождите, нам нужно пройти. Сейчас. Не трогайте. Не трогайте меня! Сейчас вас пригласим. Не трогайте меня руками! Оль, не трогайте меня руками! Не надо, нечего здесь стоять! Вы, пожалуйста, не трогайте! Не трогайте руками! Не трогай ее! Да мы пришли! Да что это такое? Что это такое? Что это такое? Оль, ну ты... пожалуйста, выйдите, спасибо. Больно! Оль! Это что такое? Где тут? Вызывай! Это какой-то ужас! Вы зачем Ольгу Липину? Я пошла... Как не толкали? Я вас оттеснил. Ничего себе. За турникет. Ничего себе. На каком основании? Если вам нужен ничего сотрудник, себе. Вам его пригласят. Без проблем. Здесь прорываться, нету режима. Прорываться не нужно. Ничего себе. Вызывай. Все. Это управляющий. Вызывайте кого хотите. Пришли на 5 минут. Делайте шоу. Мы в капитальный ремонт идем. У Ольги проблема в доме. Выкладывать видео не это вы сказали, не надо. Да, да, я не решаю. Да вы просто бандит. Вы меня снимаете. Оль, давай участкового и прочего. Сегодня 11 октября 2023 год. ГБУ уже лишний хорошо в дневнике. Это Харамская набережная 5, корпус 1, кажется. Скажите, а вы будьте любезны, покажите ваше удостоверение. Девушка. Любезно, не проходите. Женщина, как вас зовут? Как вас зовут? Ваше удостоверение. Удостоверение ваше. Вы отказываетесь? За турникет, пожалуйста. За турникет. Что? Вы откуда, бабушка, взялись? Вы кто такая? Пригласить вам? Удостоверение ваше. Пригласить вам? Скажите, я сама подойду. Вы, кто вы? Вы мне запрещаете проход. Совершенно верно. Вы на каком основании? На женщину. Совершенно верно. Я ни на кого не напал. Как не напали? На камеру. Как не напали? Мы вынуждены все снимать теперь. Вы шоу свое смотрите. Вы дома. Сами вы шоу устроили. Меня по благоустройству надо и пока ремонту пройти. Нужно пройти. Я вам вызову. Вы сейчас пообщаетесь вообще без вопросов. Зачем мне вызывать? С руководителем у нас встреча проходит 12 корпус 1. Все. Мне руководитель не нужен, мне нужны свои. Я раньше спокойно проходила. На каком основании вы перестали пускать жителей? Вас пригласят. Вы хотите поговорить, с вами поговорят. Я сама хочу пройти и поговорить. Набирай. Вам сказали Карамсу. Вы в курсе, что вы ваша фамилия, имя, отчество? Ваша фамилия, имя, отчество. Вы какой ЧОП? Вы какой ЧОП? Вот теперь ЧОП Титан, вот еще очередной. Скорую надо вызывать тебе и все. Мне сейчас давление скаканет, это будет привет большой. Ничего себе они устроили. Алло. Да, со скорой. Нападение на женщину произошло в жилищнике, хорошо в Мёбнике, Карамшевская набережная, 12. Значит, ЧОП Титан опять... какой-то непонятного Карамшин, женщину. Вы в курсе, 5? Что вы обязаны, у вас должен быть бейдж, у вас должны быть удостоверения охранника? У него давление 8-903-101-8300. Сотрудник, начальник внутренней охраны я напал. Сотрудники заняты? Оставьте... Это что такое? Где тут? Вызывай. Это какой-то ужас. Вы зачем Ольгу Липину... Я пошла. Не как не толкали? Оттеснил. Ничего себе. Турникет. Ничего себе не толкали. Если вам нужен ничего турник, себе. Вам его пригласят. Без проблем. Здесь прорываться не нужно. Ничего себе. Вызывай. Все. Это управляющий. Вызывайте кого хотите. Пришли на 5 минут. Делайте шоу. Мы в капитальный ремонт идем. У Ольги проблема в доме. Выкладывать видео не нужно. Это вы сказали не нужно. Да, да. Я ничего. Не да вы просто бандит. Вы меня Оль, давай участкового и прочего. Я сейчас... Сегодня... 11 октября 2023 год, ГБУ уже лишний хорошо в дневнике, это Харамская набережная 5, корпус 1, кажется. Скажите, вам а вы... Будьте любезны, покажите ваше кто, удостоверение. Как вас... Как вас... Любезно, не проходите. Женщина, как вас зовут? Ваше удостоверение и... Удостоверение ваше. Вы отказываетесь... За турникет, пожалуйста. Что? Вы откуда, бабушка, взялись? Вы кто такая? Пригласить вам? Удостоверение не трогайте. Пригласить вам? Скажите, я вы кто такая? Пригласить. У вас должен быть бейджик. Кто вы? Вы мне запрещаете проход. Совершенно верно. Вы сейчас только что напали на женщину. Совершенно верно. Я ни на кого не напал. Как не напали? На камеру. Как не напали? Мы вынуждены все снимать теперь. Вы шоу свое смотрите. Вы сами вы шоу устроили. Мне по благоустройству надо и пока ремонту пройти. Нужно пройти. Я вам вызову сотрудника. Вы сейчас пообщаетесь вообще без вопросов. Зачем мне вызывать? С руководителем у нас встреча проходит 12 корпус 1. Все. Мне руководитель не нужен, мне нужны свои. Я раньше спокойно проходила. На каком основании вы перестали пускать жителей? Вам пригласят.